Видновская земля славится поэтами и писателями. Талантливые литераторы работают в тесной связке с краеведами Ленинского городского округа. Выпускаются сборники стихотворений, исторические книги, проводятся тематические семинары и конкурсы. Чего стоит одна премия имени нашего земляка Евгения Зубова? Не зря Видная считается литературной столицей Подмосковья. В большую литературу можно прийти, только если пишешь о том, что знаешь, что видишь каждый день перед собой. Если будешь фантазировать, то получится фэнтези никому не интересно, а живые люди и живая местность – это там, где живешь. Естественно, это воплощается и в реальных ваших делах. Большой честью для Ленинского округа стало решение правления Федерального союза писателей провести очередное заседание в городе Видное. Связано это с тем, что муниципалитет вышел на соискание почетного звания «Литературный город России». Участников встречи поприветствовал первый заместитель главы Альберт Гравин. Мы со своей стороны, администрация, руководители культуры, молодежной политики, всегда поддерживаем любые начинания, которые идут со стороны вашего профессионального сообщества. Глава нашего городского округа Алексей Петрович Спасский передавал вам огромный привет и попросил от его лица тоже сказать теплые слова в адрес участников и благодарность за то, что наша территория была вашим секретариатом выбрана в качестве площадки для проведения выездного заседания. В литературе нет провинций. У нас поэт, писатель может родиться именно, как говорил Гюго, это поэты рождаются в провинции, они просто умирать уезжают в Париж, да? А то так и здесь мы очень внимательно относимся к работе литературных объединений, где именно рождается настоящая литература. И мы надеемся на то, что мы вот этим своим приездом мы обогатимся и в то же время дадим толчок для работы писателям местным. Также в рамках выездного заседания правление Союза писателей рассмотрело ряд других важных вопросов федерального уровня. По завершению встречи для гостей округа была организована экскурсия. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.